Чё творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь поди, ты же знаешь, что тебе Суприм банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, прочим, песню очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы смысленный батя на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Здесь Суприм банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня мы проверяем очень странное приложение. Это приложение называется Zepeto. Ходит легенда, что это приложение следит за нами с наших телефонов. Как это раньше делали говорящие питомцы, говорящий Том, говорящая Анжела. Они реально за нами всеми следили. И ходит легенда, что это не просто какой-то маньяк, а настоящий хакер из Даркнета. Только вдумайтесь, это банда. В обычном приложении, которое есть в обычном интернете, за нами следят просто хакеры Даркнета. Давайте, банда, сейчас прочитаю пару отзывов о этом приложении. Окей, банда, первый отзыв. Zepeto создал Даркнет? Боже, я в это не верю, это страшно. Я удалила Zepeto со своего телефона, потому что моя камера светилась. Кто-то следил за мной. Это просто жесть, банда, мне в это не верится. То есть какая-то девочка просто скачала приложение, увидела, что ее камера светится, получается, за ней кто-то следит. Сегодня, банда, мы это обязательно проверим. Ребята, пожалуйста, не скачивайте это приложение. Оно будет следить за вами и тайно снимать вас. Я видела, как они следят за нами с наших телефонов. Пожалуйста, не скачивайте это. Просто жесть, Суприм банда, вдумайтесь в это. Обычное приложение реально за нами следит. Окей, следующий отзыв, третий. Не скачивайте это приложение. Оно будет прослушивать вас. Все, что вы говорите в жизни, слышат они. Это приложение создано, чтобы следить за вами. Это маньяки. Маньяки в наших телефонах. Удаляйте его быстрее. Окей, Суприм банда, после всех этих отзывов просто становится не по себе. Тем не менее, сегодня в 3 часа ночи я проверю это приложение. И мы посмотрим, ли правдивы все эти отзывы. Мы проверим это приложение. Мне, если честно, не терпится все это уже поскорее сделать. Окей, Суприм банда, также давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я сыграю в одну онлайн игру из Даркнета. Это что-то типа чат-рулетки, но там происходит полная жесть. Я уверяю вас, банда, это будет жестко. Так что будет скорее ставь лайк, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. А мы теперь не ждем 3 часа ночи. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. То самое мистическое время. Именно сейчас, банда, в 3 часа ночи мы скачаем это приложение Zepeto. Тем не менее, для начала давайте зайдем в Play Market и найдем это приложение здесь. Окей, банда, я уже водил, у меня же есть приложение. Просто посмотрите, оценка этого приложения 3.9. Это очень малая оценка, банда, прям ужасная. Для хорошего приложения этого недостаточно. Тем не менее, мы сегодня скачем это приложение. Просто жесть. Окей, тем не менее, банда, как я вам и говорил, в этом приложении реально за нами наблюдают. И мне кажется, что это реально хакер из Даркнета. Окей, банда, тем не менее, обратите внимание на отзывы. Просто жесть. Игра наблюдает за нами. После того, как игра скачалась, моя камера начала светиться, показывая, что она работает. Они следят за нами, подслушивают. Это просто жесть, банда, мне в это реально не верится. Итак, банда, я нажимаю установить, и мы начинаем скачивать приложение. Просто жесть. Ты как думаешь, Настя, что будет сейчас? Мне кажется, они запросят камеру телефона и будут следить за нами. Да, обычно так делают приложение под видом того, что им типа для чего-то нужна камера. Но на самом деле они реально за нами следят. Окей, тем не менее, банда, приложение уже почти скачалось. Мне просто в это не верится. Это реально очень мистическое приложение. Окей, банда, приложение скачалось. Давайте откроем его, просто жесть. О, господи, мне очень страшно. Я не знаю, что вообще может быть. По отзывам, которые мы уже начитались, реально стрёмно. Окей, у нас идет загрузки, больше ничего. О, началась загрузка Zepeto. Господи, просто посмотрите, она видно неплохая, здесь очень красивые персонажи. К примеру, это мне даже немного нравится. Окей, тем не менее, банда, это очень странное приложение. Давайте уже посмотрим до конца, а потом уже будем делать какие-то выводы. Окей, тем не менее, идет загрузка. Почему-то она очень долгая, эта загрузка. Возможно, не уже получить все данные своего телефона, чтобы тогда за мной следить. Окей, тем не менее, о, посмотрите. Добро пожаловать Zepeto, начать или авторизоваться. Поскольку я первый раз захожу в эту игру, думаю, нужно начать. Окей, банда, это регистрация. Пожалуйста, выберите информацию ниже. Окей, здесь нужно выбрать дату рождения. Я думаю, банда, что нужно выбирать дату рождения, как будто я ребенок. Тогда им будет намного интереснее за мной следить. Именно поэтому я возьму 2014 год, типа мне 6 лет. И любую дату, пусть будет такое число. Окей, дальше нужно выбрать мужской пол. Следующее. Окей, дальше какие-то правила, все это принимаем, неважно. О, дальше нужно зарегистрироваться. Окей, давайте все это сделаем, потом уже вернемся. Окей, банда, я зарегался, просто посмотрите. У меня снова запрашивают, какого я пола. Но зачем? Уже только что же запрашивала. Окей, я снова выбираю мужской пол.
Итак, банда, создайте своего персонажа. Просто посмотрите. Мы уже можем выбрать готового персонажа или же сделать фото. И тогда игра создает персонажа, похожего на нас. О, посмотри. Разрешить приложению Zipeta снимать фото и видео. Все, как ты говорила, нереально запрашивают нашу камеру. Возможно, именно так и не получают все данные. Мы самим разрешаем сидеть за нами с помощью нашей веб-камеры. Это просто жесть. Окей, думаю, стоит нажать разрешить. Посмотрим, что будет. Окей, банда, я нажал, и больше ничего. О, посмотрите! Мы можем сфоткаться, просто посмотрите на это, ты видишь это? Да, вижу. Просто жесть, банда, если мы сейчас сфоткаем, они сразу же получат наши лица. И им уже будет тогда легче нас находить по улице. Это все очень стрёмно. Окей, тем не менее, ради вас, банда, я сделаю фотографию. Окей, так, я сделал фотографию, ждем, что будет дальше. О, банда, посмотрите! Почему я лысый? Это девочка? Нет, скорее всего, это мальчик. Но все же, панда, почему я лысый? У меня же есть волосы. У меня прям огромная башня. Окей, тем не менее, я думаю, здесь можем что-то пересоздать. О, гляньте на это. Мы можем пересоздать персонажа. Мы можем выбрать ему любое тело. Я же, наверное, оставлю это или возьму какой-то из этих более толстых. Хотя нет, вот будет как раз нормально. Окей, здесь у нас прически. И мы можем выбрать прическу, которая будет полностью подходить ко мне. Кстати, панда, посмотрите, оно хотя бы немного на меня похоже. Нет, не похоже. Это просто жесть. Кстати, посмотри на его глаза. Что с его глазами? Это просто жесть. Окей, давайте создадим нашего персонажа. Давайте найдем прическу, которая хотя бы немного похожа на меня. О, посмотри, это прям как будто моя прическа. Да. Просто жесть. Окей, где здесь глаза? Мне срочно нужно изменить глаза. Я пока что не вижу ничего. А, вот они, посмотри. Окей, давай возьму дефолтные глаза. О, посмотри, теперь это более на меня похоже, правда? Ну да. Окей, давайте просто сохраним, уже пусть будет так. Окей, я все сохраняю, окей, все делаем. Не забываем, банда, у них есть доступ к моей веб-камере, это просто жесть. Окей, банда, вот мой персонаж, просто посмотрите. Он серьезно немного похож на девочку, ты была права, Настя. Окей, просто жесть, так назовите вашего персонажа. Я же назову, естественно, Сергей Онис. Ведь как вы знаете, это мое имя, окей, Сергей Онис. Просто жесть, банда, посмотрите на это, окей? Просто сохраняем все это. И все, банда, мы создали моего персонажа в Zipeta, это просто жесть. Окей, банда, мы окончательно создали моего персонажа. Кстати, я слышал, что если прислушаться, то мы можем услышать, как с нами говорит этот хакер. Окей, давайте добавим громкость на максимум и послушаем. Вот ты слышала это? О, господи, он сказал, что видит тебя. Это просто жесть, банда, вы это слышали, но как? Как он может меня видеть? Неужели он где-то здесь? Это просто жесть. Посмотри в окно. Да, о, хорошо. Господи, банда, мне просто это не верится. Я никого не вижу, что вообще происходит? Господи, такая жесть, я реально никого не вижу. Как он вообще может за мной следить? Это просто жесть, банда, я же говорю, что с этой игрой реально что-то не так. Окей, банда, как вы меня видите? О, черт, вы это слышали, это просто жесть. Он только что снова ответил, окей. Это просто ужасно, банда, я просто выключаю мой телефон. Мне просто в это не верится. Окей, я просто в шоке, банда, это реально что-то не так с этим приложением. Просто выключаем телефон. Они реально за мной как-то наблюдают через мою вебку. Такая жесть, все то, что мы говорили, это правда. Окей, супер, банда, мне просто в это все не верится. С этим приложением реально что-то не так. Там реально хакеры Даркнета. А что, если они так же следят за детьми, потом воруют их и требуют выкуп родителей? О, это просто жесть, то, что ты говоришь, мне в это не верится. Но нереально могут отслеживать и убивать, или же просто воровать детей. Это просто жесть, Суприм Банда, мне в это не верится. Это очень все страшно. Я очень переживаю за каждого из вас, Банда, не вздумайте скажи, это приложение, это реально ужасно. То, что происходит в 3 часа ночи, это стрёмно. О, мне кто-то звонит. О, черт, просто жесть, какой-то неизвестный номер. О, господи, возможно, кто-то звонит с хакеров Даркнета. Просто жесть, окей, бери трубку только аккуратно. Алло? Алло? Кто это? Это какой-то маньяк, вы это слышите? Алло? Алло, кто это? Мы сейчас вызовем полицию. О, черт, ты это слышала? Это, о, господи, черт, ты слышала это? Да, слышала. Черт, как будто кто-то есть, просто жесть. Эй, кто здесь? Ой, черт, давай быстрее прячемся. Возможно, это уже хакеры пришли. Это просто жесть, господи. Окей, что он там разговаривает с нами? Эй, мы больше не хотим с вами ничего иметь общего. Пожалуйста, отстаньте от нас. Он просто молчит, ты это слышишь? Да. Просто жесть, господи, неужели нас убьет? Эй, вы нас слышите? Это просто жесть, Настя, мне очень страшно, что вообще происходит? За нами реально, похоже, охотятся хакеры Даркнета. Они хотят нас убить. Возможно, это из-за того, что мы узнали их тайну. И теперь они просто хотят нас убить. Это такая же Суприм Банда, мне просто в это не верится. Окей, тем не менее, Суприм Банда, вы сами видите, что происходит. Я думаю, что уже можно выходить. Мне кажется, что нам просто услышали, что там кто-то есть. Окей, Настя, давай только аккуратно. Просто жесть. Окей, я никого не вижу.
просто жесть, потом мне это реально не верится. Окей, тем не менее, банда, давайте снова пробуем включить телефон и зайти в приложение. Возможно, они скажут нам что-то новое. Окей, начинаю загрузку, просто жесть, банда, мне это реально не верится. Окей, почему так долго включается? Он же обычно быстро включался, что не так? Посмотри, он долго включается! Раньше такого не было, эй! Он просто как будто завис, вы это видите, банда? Просто жесть, ну же, давай включайся! О, господи! Неужели мне сломали телефон? Это просто жесть, Суприм, банда! А там же пароль от канала! О, господи, только не это, не могу украсть мой канал! Ну же, давай включайся, просто жесть! О, окей. Он включился, слава богу! Окей, вводим пароль, банда, и заходим в приложение, смотрим, что будет дальше. Мне просто это все не верится, банда, это такая жесть! Окей, банда, давайте быстрее в приложение и войдем в него! Это просто жесть, мне в это реально не верится! Суприм, банда, я думаю, что я заслужил ваш лайк, так что скорее поставь лайк! Тебе-то это всего лишь 5 секунд, а мне очень приятно! Окей, идет загрузка приложения, просто посмотрите! Мне очень страшно, черт! Надеюсь, банда, что они придут ко мне домой! Хотя они уже стоят тем и живым, потому что они уже получили все данные с моего телефона! Я только лишь скачал приложение, уже присудит просто какая-то... Это жесть! В прошлый раз намного быстрее загрузилась, чем сейчас! Это просто жесть! Где что это? Мне пришла какая-то смс-ка! О, господи, что это? Настя, посмотри! Кто-то скинул мне фотографию! Чёрт. Эта фотография была сделана только что, когда мы были в ванной! Что происходит? Погоди, как вы вообще могли сделать? Мне о, страшно. Господи, неужели это сфоткались с вентиляцией? Посмотри! Вот, посмотри, даже решетки как вентиляции есть! Это просто жесть! Неужели вентиляция есть какая-то камера? То есть они так за нами сидят, это просто жесть! Но погоди, если вентиляция есть какая-то камера, то мы ее запросто сломали, когда включали вентиляцию! Как она вообще работает? Это просто жесть, Супримбада, мне в это не верится! О, господи, посмотри на это! Они написали сообщение, мы видим тебя! Это просто жесть, неужели нереально с нами всеми сидят? С помощью моей веб-камеры! То есть они нас с тобой видят, Настя, это просто жесть! Так они узнали, что мы хотим, посмотри! Они набирают новое сообщение! Никогда не выходи из света, ты это видишь, Настя? Да, вижу! Это просто жесть, господи, мне в это не верится! Это реально хакеры Даркнета! Такая жесть, просто посмотрите на это! Никогда не выходи из света, мы нарушили это правило! Мы с тобой вышли из этого приложения! Они снова что-то пишут, посмотри! О, господи, мне очень страшно! Пожалуйста, пусть они просто останутся от нас! Мы знаем все о тебе и твоей девушке, господи, это тебе, Настя! Господи. Это просто жесть! Они все знают о тебе и обо мне! Получается, как только мы скачали приложение, они сразу же получили доступ к нашему всему! Они видели наши переписки, видели наши фотографии и все остальное! А также они могли запросто получить доступ к моим соцсетям! Это просто жесть, банда, это реально как интернета! Они могут запросто уничтожить! Мне просто в это все не верится, банда, такая жесть! Они реально существуют! Мы всего лишь хотели проверить обычную игру! Они снова что-то пишут, посмотри! О, господи, пожалуйста, пусть они просто останут от нас, пожалуйста! Просто жесть! Господи, что они вообще хотят от нас? Неужели нас просто убьют? Мне просто в это все не верится! Пусть каждый ставит лайк и подписывается! Иначе умрут, как и ты! Все скачивайте зипета, банда, вы это видите? Это просто жесть! Они реально обеспаченные! Мне просто в это все не верится! О, господи, Суприм, банда, скорее ставь лайк, подписывайся! Я очень не хочу, чтобы вас тронули хакеры Даркнета! Мне просто в это не верится, банда, у нас реально огромные проблемы! Мы реально связались с хакерами из Даркнета! О, они снова написали! Это не шутки, мы убьем всех! Скорее бы не став лайк, я очень надеюсь, что они вас не тронут! Это реально ужасно! Просто жесть, они специально хотят, чтобы вы ставили лайки и продвигали видео! Так и зипет узнает намного больше людей, и тогда его будут скачивать! Это просто жесть, Суприм, банда, мне это не верится! Это реальные хакеры Даркнета, они уже узнали, где я живу! Эбро, пожалуйста, ни в коем случае не скачивай зипет, это очень опасно! Эбро, помни одно, оставайся такими шикарными, пока!